очень страшная вещь. Вот здесь вроде ничего нет, да? Идет человек специально, этим, кстати, решат чеченцы, цепляется вот такой крючочек. И его даже не чувствуешь. Кстати, он практически бляха. Футболку, наверное, придется после этого делать. Вот идет леска, и вверх F1 граната лежит. Сразу же запал идет и сечет все, что можно в радиусе. Причем таких вот крючочков вот, не замечаешь на леске, они болтаются. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Особенно это для военных. С этим надо заморачиваться. Вот, кстати, находится, да. Ты даже можешь не замечать. Можешь чем угодно, шлемом, я не знаю, рюкзаком туристическим. Вот здесь вот он идет. Ну все.